Всем привет! Вы на канале Twin Китаем. Мы продолжаем проходить Black Tail. Мы берем куклу Славец. Окей. Не то? Окей. Что такое? Чему ты так лагаешь? Похоже, нет. Избавь меня от этого. Просто не надо. Баба опять, да. Опять, да. Ладно. В тот раз она меня немножко подвесила, да. Найс. Не, ну не гони, пожалуйста, потому что это ты чертяка. Ну все, правильно. Вот именно, хорошо. Может быть, вот просто будет лучше. Нормально. Что она сделала с бедняжкой? Бедняжка тут только я после вот этих вот приколов в прошлых сериях. Сердце? Что это такое? Сердце? Конечно, очень хорошо. Ты либо его возьми. Спасибо. Тяжелее, тяжелее. Ну что, тебе понравились такие погони, принцесса? Кажется, у нас нет выбора. У нас? У тебя. Догони. Окей. Догоня. Пострелом все нормально. Конечно, все очень хорошо. Но куда ты все-таки побежала? Ага, вот туда. Отлично. Это то место, куда я не могла попасть, по-моему. Вообще. Окей. Прыгок. И все отлично. Хорошо. Я прыгаю прям. Угу. Где ты? А, вон. Внизу. Так, тут вроде... Там вот эта штука. Ну, пойдем туда тогда. А, это тут я что ли была? Это да, я тут была. Они заново возродились. Ну, прикольно. Смотри, сундук. Не, сундук это плохо. Точнее, это хорошо, но это плохо, потому что там, скорее всего, должно быть. Где он, сундук-то? Он же был только что, нет? По-моему, тут был сундук. Неужели я купила его? С вот этим вот чудовиськом. Ну ладно. Великий гриб. Доброе утро, тебе девица. Доброе, привет. Счастья, здоровья. А где ты, кстати? А вот он. Как дела? Отлично. Что здесь? Так, пойдем. Я собираю лук и заодно беру за, как бы, пловечком. Ну, давай. Туда. А, туда. Место похоже на... На что-то, где должен быть бой. Ну, или я ошибаюсь, возможно. Тоже вполне вероятно. Ой. Не, не надо. А куда оно подевалось-то? Конечно, все очень хорошо. Где она делась? А, вон она. Угу. Может быть, получится их проскочить с помощью этих штук? А? Может быть.
Но ладно, я не выбираю легкие пути. Давай. Так что? Так что можно попробовать пройти. Ой. Все, взорви их всех. Вообще молодец. Ого. А, все нормально. Хорошо, что у меня есть магическая сила. Все отлично. Я вообще не пользуюсь совершенно вот этими медовыми стрелами. Я не знаю. Это, может быть, надо попробовать, конечно, но мне как-то прям, не знаю. Вроде и так нормально. Зе. Идем. Идем. И лут. Не, лут не просто так, и сохранение тут тоже не просто так. Я тебе это говорю, гарантирую. Угу. Хорошо, отлично, прекрасно. Где ты? Вот тут. А что это такое? Сори. Да, нет, это все мне не подходит, потому что не подходит. Походу, да. Это, конечно, все очень отлично, но я взяла что-то из сундука или нет, потому что это, да. А, ну, видать, взяла, ну, все хорошо. Где? Свет. Здесь? Славица. Мы с ней никогда не ладили. Теперь и не поладите. Ты думаешь? Ну, теперь. Да, теперь мы не поладим, это будет сражение. Ну, ой, король. Сейчас я буду много тупить, все как всегда. Бобки. Бобики. Все отлично. Вот. Так, бобики. Ты видишь бобика? Вот бобик. Вот еще бобик. А, окей. Ага, окей, хорошо. Ну, плохо вообще, если честно. Ну, вообще не очень. Что это было? Опять дерево, что ли? Дай мне лук, я пробью эти заразы. Что ты пробьешь? Глаза? Рывок. В любом случае. А, да, нам опять вот это вот. Заниматься. Хорош. Окей. Сколько глаз? Ну, достаточно. Достаточно. Хорошо. Угу. Ладно. Вот это чуть-чуть меня задело. Маленечко. Нам нужно найти, короче, знаете что? Ну, вот это тоже можно. Вот это хорошо. Так. Тут два корня, да? А, окей, даже так? Да я же вроде отошла, ну ладно, я пыталась лутаться там, окей. Допустим, не отошла, ладно. С той стороны. Блин, окей, ладно. Что ты делаешь? Почему?
Отстань. Иди, отстань. Угу. Мне нужно как-то, наверное, уже на ту сторону ходить. Я, конечно, могу дико ошибаться. Могу и не ошибаться. Лутаться прям в размер битвы, это как-то иначе разве можно? Да. Нет, нельзя. Я всегда лутаюсь в размер битвы, даже не спрашивайте, почему так, зачем я это делаю. Угу, окей. Где глаза? Глаза, да. Его стороны. Окей. Все нормально. Это ничего сложного. Вот. Да. Вот это было нехорошо. Можно пройду, пожалуйста, мне глаза нужны. Да. Если можно. Да, пожалуйста. Блин. Нет, ну мне нужны глаза, поэтому. Я пыталась, но у нее очень. Да, важно. Так, я тут подхилиться. Вот. Нормально. Газ? Не, газ это плохо, потому что я могу его увеличить, потому что у меня есть чем. Это красиво. Да. Вот. Раз. Глаз. Мне нужно срочно вылечиться. Вылечиться хилка нужна. Вот. Опять меня травишь. Все нормально. Прекрати, говорит. В смысле прекрати? Почему прекрати? Нет. Мой лут валяется. Можно, пожалуйста, мне его забрать? At the beginning of the summer, в начале лета, в самом короткую ночь года, молодежь по традиции празднует летнее солнцестояние. Before the curfew had been set up, когда выходить из деревни ночью еще не запретили, юноши и девушки свободно бродили по лесу. Как цветы прощаются с лепестками, так и они расставались с невинностью детства. Но начнем наш рассказ сначала. Вечная битва между Перуном и Велесом, богами-братьями, привела к созданию Ката. Кто? Братьями? Разве наша история не о сестрах? Одну Чё, кот рассказывает? Oh, yes. А, да, точно. That's это уже ближе к делу. Back to the sisters. Okay. Вернемся к двум сестрам. Или, по крайней мере, к одной из них. Яга и Славица всегда не ладили. С тех пор, как пропал Волка, все стало ещё хуже. Do you think Baba's really как ты думаешь, Баба правда вернулась? And that she и она похитила Волка? Snatched Volko. But you... I'm not scared of Baba. Almost like you knew nothing here. I don't know what you mean. Sure you don't. Ну конечно. When the flower crowns were ready, each girl set hers on the water. Yaga was not in it for tradition's sake. Яга участвовала в этом не ради традиции. Она хотела кое-что доказать. However, и все же, as her crown когда ее венок поплыл, постепенно приближаясь к мальчикам, Настя уже сам осознала, если он возьмет его и подойдет к ней. Is it yours, Yaga? Это твой, Яга? Her fears came true. Произошло то, чего она боялась. Венок взял Драгой. Amid an awkward silence, наступило неловкое молчание. Яга пыталась избежать того, к чему крайне стремилась. It's my sisters. She spat out finally. Выговорила она наконец. Очередная неудача в истории ее жизни. Zora's. Are you sure? Ты уверен? And as always, и как всегда, Zora came to the rescue.
Of course it's mine. Конечно, это мой. We are now bound by it. So tonight we're looking for the femme flower together. Are you coming, Yaga? Ты идешь, Яга? Wait. Стоп. Are all? Мы что, пойдем? All three of us going? Oh, would you rather go alone and let Baba chew the flesh of your bones? They walked and walked. Они шли и шли и. I always keep walking. Я всегда пропускаю, как они шли. But you already know that. Soon enough. Довольно скоро Яга заметно обогнала Зору и Драга. She decided to wait for them to catch up, but someone else did instead. You can probably guess who, can you? Да, я догадываюсь, все понятно. Так-то наша выгодливая птичка невеличка сбудилась в лесу. Или, может, You don't think I believe you and Zora are orphans of some deceased relative? Or that it's a coincidence that that Volko went missing right after you two had a fight? He could have lost his way. Он мог заблудиться или had an accident? Or maybe Baba. Baba. Яга, не надо вот этого. I'm too old for fairy tales. Я слишком взрослая для детских сказок. What did you do to him? Ого, ты что, вообще ты нормально? Все хорошо? Stay down until you're ready to talk. Как, куда? Зачем? За что? Почему? Я ничего не хотела этого. Яга. Скажешь, Яга, твой час пробил? Ты опять скатилась на самое дно. Даже ниже. А потом еще ниже. Еще, еще, да. What do you want me to? Чего ты хочешь? Ты должна пробудиться. Или будешь гнить здесь до скончания века. Да ну отстань, блин, мне не нравятся эти мини-игры. Взаимодействие. Кто я, сова? Ходьба, прыжок. Прыжок. Отлично. Ну ладно, хорошо. Да, естественно. Да, конечно, ворон. В смысле ворон, это похоже. В каком месте? В каком месте это ворон? В каком месте? Спасибо. А, ой, ну, как же меня раздражает эти мини-игры. Окей. Не, хорошо, понятно, ясно, окей. Sometimes. Иной раз, когда я одна, я замыкаю себя в прочной скорлупе. Мне так трудно дышать. Трудно издать хоть звук. Я открываю рот и смотрю на себя в недоумении. Я вижу лишь пустую оболочку. Где ты? Где мой голос? Да иди ты с... Прям меня вот это вот дам. Ладно, все окей. Да иди ты, говорю, с... Он скрывается от моих глаз, как я скрывалась от их глаз, и от их слов, палок, их камней. За что они так меня ненавидят? За то, что я подкидыш найденный в лесу? Я просто... за то, что у меня есть родимое пятно. Когда баба похищала детей, меня винили во всем. Почему? Почему я не могу закричать? Что это такое? Как мне туда попасть? Это же не просто так все делается, абсолютно точно. Эх, за ладно. Ну, будет так, значит. Это не просто так, еще раз тебе говорю.
Угу, окей. Поняла. Можно мне сюда прыгнуть? Ну, я прыгаю в любом случае уже. Такое. Ползет, ага. Забрала. Пипздила. Зачем? Где ты? Я? Я тут. А, голос. Голос не тут. О, это я беру. Вот так. Вот так раз, вот так два, вот так три. Чего славится? Понятно. Происходит непонимание. В натуре непонятно, почему они все так ведут. Не, ну как бы с другой стороны, это хоть и правда баба, да? Там? Кто бы не посмотрела, везде только я. Я, которая прячется под маской. Я, которая прячется за спиной моей сестры. Нет, ты не падаешь, ты поднимайся вверх. Иди. Я старалась. Я так старалась тебя найти. Похоже, я так и умею, что стараться. Да ёпера стоит. Ты почему ты это делаешь, я не понимаю. Вот, всё, нормально. Хорошо. Аккуратненько, спокойненько, пожалуйста. Бабки мне нужны, поэтому давай вот. Не бывает так. Ты сделал шаг, которого ты больше всего страшишься. Да хватит. Что она сказала? Ладно, я не знаю. Ты обретаешь свободу. Двойной прыжок. Ну хорошо, двойной прыжок это в принципе хорошо, да? Но а чё мне туда нельзя по какой причине? Ну ладно, нельзя так нельзя. А очень хотелось. Нет. Музыка? В целом ничего. Я раскрываю крылья. Неужели теперь я могу летать? Нет, нет, можешь два раза прыгнуть. Не летать. Не буду, пожалуйста. I can reach high, chase the wind and feel myself crying. My voice is louder than before. Мой голос стал громче прежнего. Слезы тяжелы, как никогда. My tears are heavier than ever. I see them. Я вижу, они пытаются поймать каждую слезинку. Правда. Пытаются. А, да. Теперь им не до смеха. Ой, хвыкры. Пененно. А сейчас вот прикольно. Вижу. Угу. Все большое. Опять у меня бабков забрали. Ух ты, да что как морда какая-то, прикол. Падай уже. Хорош. Нормально. Да, отлично, вообще шикарно, отлично. Они гибнут там, внизу, под тяжестью моих слез. Они говорят, как ошибались. Да? Никто не бронит меня. Да и камни исчезли. Исчезли. Отлично. Я центр мироздания. Это, конечно, все хорошо. Ага, поняла. Окей. Хорош. Так, что это? Корону подобрала. Ну, оно, ну да, что-то корону немножко словила, получается, нет? Коза. Нечего, нечего говорить мне. Слушай, не гони. А в чё, почему я сюда иду? Я не иду сюда, не ври. Да ёпт. Я же её оглушила. Вот почему хотя бы на оглушённую, если на... Ну,
Ладно, все окей, хорошо, понятно. Ладно. Чё? А, уже серия должна пройти? Ничего себе. Вот это дела. Угу. Отлично. А, мне сюда и надо было. Это КГ. Нет, непонятно. Мне не ясно. Все сюда. Дикий вопль произошел сейчас, да? Блин, серьезно, мне серию надо заканчивать, а ты меня вот это путаешь, сидишь. Это, по-моему, это неадекватно совершенно. Не по-человечески поступаешь, получишь. А ты прикольно бегает еще, посмотрите. Ор. Ты видишь? Видишь? Полетела. Да. Не серьезно, блядь. Все, вот так нормально. Да, да, вот так. Да, вот прикончили немножечко. Я вижу хижины, бары, садики, сады. Впервые. Мое сердце замерло, и я почти чувствую возвращение мира, потерянного следа. Да не гони, а. Давай, падай. Не знаю, зачем я по ним прыгаю. Не. Меня горит, короче. Нет, ты не исчезаешь. Я наконец-то слышу, как ветер поет мне. Ю. Какой смысл тут подбирать бобков? Типа, я тут вроде не умираю, а бобки, ну, просто пропадают какие-то. Я кладу руку на маску. Знаю, что ты там. Мы можем остаться вместе. Еще немного. Эти нечленораздельные звуки, которые я издаю, это я говорю, все нормально, так и должно было быть, да. Я вспоминаю тебя каждый день. Я буду гореть в аду, а может, я уже в нем. Я сейчас не подобрала, по какой причине, скажи, пожалуйста. Неужели я теперь могу летать? Ну вот теперь можешь, получается. Если что, да, сейчас не могу читать. Я не могу подобрать ни одного вот этого бобка. Ты чё? Это значит, что я могу быть собой. And it feels и это очень хорошо. Ну, грубать, отлично, конечно. А можно мне, пожалуйста, серию закончить? Я, конечно, все понимаю. Нельзя, правильно, нельзя. Никакого заканчивания не будет. Йога, what? Йога, что? How'd you get out of this как ты выбралась из ямы? You want to mess. Ты не попыталась напасть на убийцу? А, это Йога говорит. Слушай, really я же не называла тебя Славица. Я не хочу тебя больше никогда видеть. Йога, Йога, ты там? Проклятие. Я сейчас с тобой разберусь. It was the last time с тех пор никто больше не видел Славицу. Славицу, Яхаза. Кто? Who's? Oh, no! No, please! Мне прям вообще тяжело. No!
Ну, в том плане, что вот это вот чудище, это не может быть Яга, потому что почему? Ну, это должно быть. Нет, они все умерли. Умерли, потому что... Почему папа выбирает тех, кто обижал меня? Я тебе могу предположение кинуть, конечно, но я как-то... Да, все, вот. Вот так вот. Спасибо вам, Винчата, за просмотр. Что такое? Почему так неудобно? Да, извиняюсь. Спасибо вам, Винчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, так что ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.